За минувшие выходные на дорогах региона произошло 16 дорожно-транспортных происшествий. 2 человека погибли, 21 получил травмы различной степени тяжести. Смертельное ДТП зафиксировано в субботу, 2 сентября, на участке трассы Кохма-Стромихина. Автомобиль «Субару» вылетел в кювет и врезался в дерево. Пассажир иномарки погиб на месте. Водитель автомашины «Субару» с сочетанной травмой, с переломом ребер и костей таза, шоком третьей степени был доставлен в ОКБ города Иваново, где в последующем скончался в данном медучреждении. Утром в воскресенье на кольце автовокзала автомобиль «Opel Astra» врезался в столб и загорелся. Пострадали 4 мужчин, 3 из них доставлены в больницу. У всех участников ДТП были взяты биологические анализы на предмет управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии наркотического опьянения. Это может подтвердить только экспертиза.